Еще чуть оторвемся, на всякий случай, а то вдруг не успеем сделать разворот. Он сейчас, смотрите. А, кстати, можно еще более безопасно сыграть. Он сейчас отвлечется, наверное, на... Это что такое, пол... Без одного крыла? А как он так? Вот я вам говорил, он отвлечется. Мальчик. Не, пацаны, я не могу, я пойду полечу, посмотрю, как он это делает. Я не могу. За нахрен мне этот спидфайр сдался. Там... Я... Мужик, я тебя даже сбивать не буду, просто раз... Открой секрет, как ты это делаешь? Нихера себе. Нихера себе. Нихера себе. На тебе. Крит еще напоследок. Я не зря за ним полетел, пацаны. Я хоть... Реально. Мальчик. Вон тут беса предлагают призвать к нам. Призвать к беса. Так, где мой ритуальный камень и прочие, как бы, атрибутика моя? Так, сейчас беса призовем на тебя. Вот, эти. Кровью написать на лбу. Гуманный способ призвать беса воспользовался просто социальными сетями. Но я не знаю, какой вариант лучше, первый или второй, ребят? Какой вариант? Вражеских трассеров. Мне Сквайр написал, сказал, все окей. Сейчас тебе выдадут магах? Да. Вот и, ребят, хотите всю технику War Thunder? Добавляйте в друзья Сквайра. Сквайра в друзьях, короче, надо держать, ребят, и все у вас будет замечательно. Вот, не имей 100 рублей, имей 100 Сквайров. На Хантере я, конечно, не смотрел просто. С днем рождения. Спасибо большое. Всех благ и, конечно же, здоровья тебе, Дим. Расскажи, почему улитки подняли БР Пантера? Почему улитка подняла БР Пантером? Так, сейчас я отвечу на этот вопрос. Какого черта, разработчики? Сейчас мы узнаем всю правду о вас. Где вы, кристальный шар? Тебе вот такой вот планшетик. Вот я себе вот такой вот взял. Так, пока там Дима разговаривает, я могу на ваши вопросы поотвечать. Сейчас я его включу, ребят, подключу и будем читать сообщение. Так, какого черта они это со мной сделали? Вот, ну, в общем, небольшой такой планшет. Это планшет? Да, конечно, планшет, о чем? Ребят, зацените мой геймплей, вот сколько я полезного сделал за этот бой. Я постоял за холмом, потом я переехал в другой холм, постоял, потом я заехал за бункер и возле точки постоял, а сейчас я постою в центральном городе. Замечательная карта линия Мажино. То есть, понимаете, вот он геймплей, которого мы все ждали. Вот так вот надо играть в War Thunder. Это картошка, картошка, во! Шестые ранги, выкачивай и наслаждайся геймплеем. Ариш, а тебе нравится вот эта игра War Thunder? Нормально. Но какая игра самая лучшая? Человечки. Это что за игра? Название есть у нее? Я имела в виду, Майнкрафт. Господи. Хайпанем немножечко. Гитис, привет, спасибо большое. Продолжаем хайп. Это сегодня это монстра убила. Заточила, а потом он умер без еды. Макс под витамином что ли болтал без конца. Хайпанем немножечко. Да блин. Я победила. Лол! А, это ему погало вообще! Еще... Прикольно. Обожаю этих пацанов. Я еще на басы. Ребята. Фига себе, он как этот. Нифига себе, он как. Этот. Призрачный гонщик. Нормулю прям этого. Вот на этот раз пробил, видите как, в масочку. Все три точки просрали. Блин, случайно отравил тебе 100 рублей, верни. Спасибо, Тормоган. Сука! Снарядов нет! Блефовать! Блефовать будем, ребята. Неудачник! Хоть я... Сейчас... Мужики, вот это просто топовый нагиб. Срочно лайки ставим.
до слез просто. Сейчас развернемся. Без сознания потеряли. Не, без топового экипажа на Яке 23 делать нехер. Просто нехер, ребят. Постоянно. Говорит, такой слабовольный там пилот сидит такой. Типа, опять поднимаюсь такой, знаете. О, высота! Высоты боится, походу. Говорит, мой пилот боится высоты. Тупо, ребят. Потому что, вот, блядь, постоянно теряет сознание. Нахера ты полетел вообще на самолете? Такой слабовольный. Боюсь высоты. Вы чувствуете себя... Дымовым пистолетом по мне стреляет! Что там? Что ты пытаешься делать со мной? Дымовыми снарядами, пацаны. Ай, я не могу, я. Ай, не могу. Мужик, давай. Вот сейчас вот попаду, вот увидишь. Ай, перелет какой сильный. Бляха, это очень тяжело, ребят. О, захом закинул. Надо выпить. У меня шнапс есть. Кученечка. Не-не-не-не-не-не. Давай, давай. Стреляй. Хорош. Я ему что-то еще повредил. Че он это? Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не стреляй. Не стреляй, сучка. Гусеница! Да вы гоните! Да вы! Сука, как кумулятивы! Блять, куда ты? Сука! Вот кто накаркал? Кто-то писал про 0 фрагов. Нахера вы каркаете, ребят? Я пытаюсь тащить. Написали, 0 фрагов будет на Брумбаре. Походу так и будет, потому что накаркали. Капец. Так тяжко играть. Механик-водитель! Говнище какое, эти кумулятивы. Кумулятив с 4 килограммами взрывчатки убил одного механика-водителя. Я обзорщик War Thunder, я должен все знать, я нихера не знаю. Вы знаете больше, чем я, когда ЭДФ анонсирует, когда какая техника ведется. Ай, боже, блин. Я видел! Сучка! Моя месть. Близко. На! В жопу тебе! На! Да похер ему просто на мои эти! Его вот сушка стреляет. Я стреляю. Ему все посрать, ребята. Лови! Лови, гада! Сушка, работай! Тут эта ещерка сейчас его поймает. Заловим, заловим. Хорош. Ну, в лицо ему плюнул. Оп, так вот. Вот. Ну. Все. Бляха. Там жопа. Там просто жопа. Пацаны, валим. Валим, мужики. Черт подери. Какая что... Ага, серия вспомогательных атак. X3, короче. Ни одного фрага, тупо вспомогательными атаками, ребята, фармлю. Серия вспомогательных атак. X3. Ну что, пацаны, на X5 идем. Еще 2 раза поможем. Без фрагов останется, зато будет, знаете, эстетическое удовольствие от того, что союзнички заработали на этом бабла. Ай, офигенно просто играем. И... Сюрприз! Ха-ха-ха! Наконец-то мы разорвали этот порочный круг хелпинга и помощи. Наконец-то у нас появился фраг долгожданный. Вот этого я и хотел, ребята. Нет! Сучка! Ха-ха-ха! Второй фраг! Отлично! Блин, я как батенька. Как что? Сейчас вот Сталиниум, почему он перестал работать? Вот только сейчас, ребят. Хорошо.
надо уехать. Вот здесь точно не будет. Здесь будет безопасно. Назад! Назад! Блядь! Где логика? Где логика? Я думал, он центр круга кинул. Я ж не слышу. Я слышу, что он меня летит. В чем логика в самый край круга кидать? Такого по такой поставе я не ожидал. Блять, я думал, здесь будет безопасно, правда? Зита бомбу всегда найдет. Да, Вики, газины такие, знаете, висят там, Вики открывает там, типа, о, ёпта, 10 секунд, бля, как мы так ошиблись-то. Вики, 10 секунд, пацаны, 10 секунд, где? Какой источник? Википедия. Ух, ёпта, как же мы так ошиблись. Выкидывайте сраные документы, из окна их выкидывай, сжигай, короче. Точно Википедия 10 секунд? Да, 10 секунд, бля. Исправляем срочно, короче, пацаны, 2 месяца люди играли по ненастоящей информации. Блядь, что происходит вообще, а? Ну ладно, ну... Бывает, чё уж там, давай исправляй на 10 секунд. Типа того, да? Так, бери. Маш, надо вот так научиться делать, вот так, чтобы они лайки ставили, да? Всё, я пошёл. Да. Если ты иди, я не пошёл никуда. А ты давай стрим. Давай, всё.